Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами мы приготовим пасту карбонару. Это любимое блюдо Николая Васильевича Гоголя. Страсть писателя к гастрономическим изыскам особенно ярко проявлялась за границей. Гоголь оценил французскую и немецкую кухни, но итальянская превзошла их всех. К макаронам, точнее правильной итальянской пасте «аль денте», Гоголь питал особую любовь и даже научился ее готовить, правда, не сразу. Ну а мы с вами попробуем. Итак, паста карбонара. Для приготовления пасты нам с вами понадобятся следующие ингредиенты. Немного бекона, одно яйцо, сливочное масло, сливки 20%. Также нам понадобятся итальянские травы, сама паста, то есть макароны. Конечно же, мы еще возьмем карбонат, чтобы у нас была паста более сытной. А еще мы возьмем сыр пармезан, лук красный репчатый и немного чеснока. Итак, давайте начинать. Для начала поставим воду для спагетти и не забудем предварительно ее посолить. Также разогреем сковороду. Пока у нас все греется, мелкими кубиками нарезаем карбонат. На разогретую сковороду добавляем сливочное масло. Добавляем карбонат. Мелко нарезаем бекон и отправляем в сковороду. Тщательно перемешиваем начинку. Отправляем томиться под крышку. У нас есть время мелко нарезать красный лук. Не забываем перемешивать начинку, чтобы она не подгорала. Вода закипела, а значит, нам пора варить спагетти. Добавляем лук и перемешиваем. Очищаем и мелко нарезаем чеснок. Выдавливаем его на сковороду. Разбиваем одно столовое яйцо и перемешиваем. Добавляем 20% сливки и итальянские травы по вкусу. Отправляем томиться и займемся пармезаном. Натираем сыр на мелкой терке. Добавляем в пасту. Сливаем воду с макарон и на усмотрение добавляем сливочного масла. Выкладываем спагетти на тарелку и аккуратно выкладываем начинку. Можно наслаждаться результатом. Вот такая
такая замечательная карбонара, паста у нас получилась. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся, а вам желаем бон аппетита!